вот он, Ледовый дворец спорта. Правда, тренировочная база. Это не там, где проводились Олимпийские игры, и не там, где соревнования проводятся. Это просто тренировочный. Здесь прокат, ну и так далее. Тренировочные, а Олимпийские игры проводились. Отсюда не видно из окна. А, видно? Вон он, видишь? Вот там проводились Олимпийские игры по зимним видам спорта. Штрек,